Все они подчиняются компасу. Он приказал стреле набрать новых лучников на западном рынке. Зайду туда. Инструменты цирюльника, вроде тех, что мы нашли в ратуше. И письмо, где говорится о плате кузнецу. С той стороны. Переписка пиявки и компаса. Лекарь, убийца. Пиявка жуткий человек, но слушается компаса. Этого пока должно хватить. Покажу Эрке и Стоу. В Люндоне прольется еще много крови. У Сюнин будет пир. Здесь мне точно не рады.
Покажи. Навестим несколько домов, только и всего. Триггера убили не потому, что ты хочешь сажать в Люндоне деревья и чинить крыши. Смотрю, воронье уже нечем поживиться. Эйвор, ты что-нибудь нашла? Несколько посланий. Переписка членов тайного общества. Называют себя Орденом Древних. Орден Древних? Мне это ни о чем не говорит. Какова их цель? Рассказывать придется долго. Но вот суть. Я хочу их убить. Похоже, компас — их глава в Люндоне. Стрела и пиявка — его помощники. Прозвище «Тайный орден» — что за вздор? А что-нибудь полезное? Компас для нас загадка. Слишком мало пока известно. Ты говоришь, он франкский капитан. Нам нужно следить за кораблями, проходящими по Темзе. Капитаны не сидят на месте. И вряд ли он хочет поднимать шум. Возможно. Но если лишить его рук, он закричит? О, какая изощренная затея! Мы убьем стрелу и пиявку и будем ждать. Компас придет к нам сам. Пиявке нужна плоть, и она ищет треллов. Зачем все это, не знаю. Мы недавно нашли несколько трупов у пристани. И не только треллов. А кто-то нашелся сразу в нескольких местах. По частям. Боже, Эрки! Стрела — Дан, повидавший немало битв. Судя по прозвищу, он лучник. Уверен, это он сеет недовольство среди данов, живущих в Люндоне. Думаю, он среди себе подобных. Таких же воинов, как он. Компас приказал Стреле набирать новых бойцов на рынке. Том, что на западе. Я знаю этот рынок. Не будем терять время. Мы найдем Стрелу и Пиявку. Их смерть заставит Компаса вернуться в порт. Стоу, встретимся с тобой на западном рынке. Хорошо. А я пойду на пристань. Нужно выловить из грязи еще пару мертвецов. Возможно, это опять пиявка. Да хранит нас Бог. Он будет с нами и защитит в час нужды.
Покажи, что впереди. Что видишь вокруг?
уловок этой твари. Что ты видишь? Здесь нужна осторожность. Осмотрись вокруг.
Элюнга! Ичка Дракенслея! Лапанинга! Эйвор, это западный рынок. Появление здесь Ривы может взбудоражить народ. Надел бы плащ. Прятать лицо? Ну уж нет. Пусть все видят, что я ищу преступника. Когда найдем стрелу, орден узнает, что мы придем и за пиявкой, и за компасом. Узнал что-нибудь о стреле и новых лучниках? Кое-что. Здесь раздают монеты. С ними можно попасть на состязание. Их проводят люди стрелы. Кто их раздает? Тут толпа. Этот человек хорошо прячется. Я пока не заметил. Я поищу. Ты будь здесь. Эйвор, что ты думаешь о Берке? Эрки помогает нам, разве не так? Прости, меня терзают тревожные мысли. Я так долго был Ривом, сражался во имя Бога. Я отринул все земные привязанности, но... Но только не Эрки и его дружбу. Нет. Это выше моих сил. Мне нужно раздобыть монету. Ты будешь тут? Я вернусь в собор святого Павла. Храни тебя Бог. Достал монету? Покажи. Та самая? Для состязания? А ну, руки прочь. Не снимешь капюшон. Это моя монета. Если надо, поговори с Хуси, он скажет, куда идти. Слыхал, там можно зарабатывать 3 меры серебра в месяц. Это правда? Да. Если приведешь кого-то еще, будут платить больше. Один ждет тебя. Проклятие! Защищайте меня! Ну же, бейся! Готово. Смотри-ка, на монете изображена Лондонская арена.
Эйр! С окна, Эйги! Ты зачем здесь? Стрелять или смотреть? Вы ищете умелых лучников. Вот я и пришла. Приглашение есть? Без него нельзя. Твои люди раздают эти монеты налево и направо. Теперь пустишь? Теперь не прогоню. Но чтобы попасть на состязание, покажи, что умеешь. Хочешь немного поупражняться? Да, на всякий случай. Это не повредит. Тогда давай. Все готово. Что скажешь? У тебя глаз как у орла. У меня нет времени. Может, позже. Тогда чего пришла? Мне не нужно упражняться. Начнем. Надо же, какой пыл. Готовься. Правила простые. Попасть во все цели, пока не вышло время. У нас новая участница, северянка из самой Мерсии. А это наш лучший стрелок, Сайер. Так, прицелиться. Крюки готовы? Целься! Пли! Какая меткость. Давно такого не видела. Отлично. Ты заслужила место среди бойцов стрелы. Вам нужно встретиться. Иди к триумфальной арке и поговори с Хуссой. Скажи ему, да направит нас отец понимания. Так он поймет, кто ты. Лети же. Ты Хуса? Да. А ты кто? Да направит нас отец понимания. И да придаст нам сил мать мудрости. Стань вон туда. Подготовься к приходу стрелы и стой смирно. Друзья, братья, жители Люндона, всем нам пришлось нелегко. Коварные чужеземцы пробрались в дом наместника и лишили его жизни. Триге, мой друг, мой правитель, его жестоко убили. И кто? Чужаки? Наши враги! Кто поведет нас теперь? Его ривы? Эти глупцы не смогли спасти Триггера! Они не знают,
в отличие от Триггера. В отличие от Триггера. Он доверил мне свои замыслы. Он хотел защитить Люнден. Пьяницы, данные из Нортумбрии, наводнили север. Альфред из Уэссекса собирает войска на юге. Поэтому Триггер сказал мне: «Авгус, нам нужны сильные границы и сильное войско. Сегодня я исполню его волю. Представляю вам, жители Люндена, новое войско лучников! Эти искусные стрелки станут у наших спрингалдов. Они отразят нападение с суши и с моря. Более того, пока не утихнет буря, я займу место Триггера и возглавлю этот славный город. Я не смогу заменить его. Триггер был крепче скал. Но я попытаюсь. Точно стрела. Я укажу вам верный путь вперед. Найдутся те, кто будет против. Те, кто хочет очернить меня. Те, кто желает видеть Люнден слабым. Не слушайте их, друзья. Я служу Люндену и всем вам. Люнден – процветающий город. И это процветание мы принесем всей Британии. Скажем «нет» ложным королям. Путь традиции – вот истинный путь Люндена. Люнден наш. И Британия. И весь мир. Да придут порядок и истина. Престор, перестой виность. Presto, perjaste i finast! Hoffa dig då! Aptur, sklaudu, aptur! Покажи, что впереди. Эту отгонгу! Петю, ауфрам! Геролин, стост! Дрейпан! Стража, вперед! Я отступаю! Да нет! Помним о контрударе! Из городских крыс не просто воспитать настоящих воинов. Крюк! Ты их не воспитал. Ими движет только страх перед тобой. Натянуть! Первый залп! Нет, я дал им порядок.
Я дал им цель! Показал им их общего врага! Закрепить тетиву! Второй залп! Я был стрелой для их гнева. Если нет врага, мы начинаем пожирать самих себя! Это правда. Тот, у кого нет врага, сокрушит сам себя. Мне не нужны оправдания труса и убийцы короля. Оставь высокомерие! Ты бы поступила так же! Целься! Стреляй! Разведай местность. Feel from here, Nimi.
Ты цела? Слава богу! Паре стрелков с новыми луками со мной не сладить. Стрела мужчина? Мужчина с разумом мальчишки, Авгас. Авгас? Не может быть. Хочешь, пойду и принесу тебе его голову на копье? Нет, тебе незачем лгать. Но и у Авгаса не было причин убивать. Он считал Люнден горнилом, закаляющим молодые сердца. Возможно, я отказывался видеть в нем пороки. Тщеславие, жадность, гнев. В одном человеке заметить ненависть легко. Другое дело, когда она повсюду. Власть. Люди жаждут ее и пытаются удержать любой ценой. Да, увы. И в итоге вкус славы — это вкус крови твоих близких. Авгас мертв. Можно заняться пиявкой. Эрке на пристани. Он будет ждать тебя. Если компас появится, мы сообщим. Я пойду в собор святого Павла. Буду ждать вестей там. Береги себя. Луфья мешает рикт. Свели это вангис. Will of the Quayan Slayan is Yeshaki Baton. Shipman Bluebath of the Shipman. That is me, Yerrit! Yerrit!